Всем привет! Продолжаем путешествовать по выставкам. Вот сейчас я хочу вам показать выставку в Ирарте, в моем любимом пространстве, Дитера Вайденбаха. Называется она «Путешествие по театру мира». Немного об этом художнике, что я нашел в Википедии, в интернете. Дитер Моралес Вайденбах родился 22 октября 1945 года в городе Штендаль, земля Саксония-Анхальт, Германия. Первые годы своей жизни провел в этом городе, который уцелел во время войны в 1951 году. Его отец был освобожден из плена. Видимо, он находился в нашей стране. Вот когда отца освободило, семья вернулась в родной для них город Вайнсенфельс. Но через год отец умер, и первой работой художника Дитера Вайденбаха стала, кстати, копия портрета киргизской девочки Семена Чуйкова. В 1964 году Дитер Вайденбах окончил среднюю школу, начал изучать историю искусства в университете Карла Маркса в Лейпциге. В 1966 году ушел оттуда. Работал рабочим на разных работах, в разных местах. Продолжил образование. Изучал графику, живопись, иллюстрации книг в Академии изобразительных искусств в Лейпциге. Первая выставка Дитера Вайденбаха состоялась в 1966 году в здании Культурного союза в Вайнсенфельсе. Кстати, он был в 1968-1969 году в Москве как участник программы обмена исследованиями в полиграфическом институте. В 1969 году у него родилась дочь Клаудия, ну а в 1970-м женился на ее матери-художнице Хельги Мелджес. Вот так, наверное, звучит. В 1971 году получил диплом художника и графика и приступил к работе в качестве независимого художника в Вайнсенфельсе. В 70-х годах, ну, вот это в то время, ему удалось совершить несколько поездок в капстраны, Египет, Францию. В 80-м году его жена осталась в Австрии и решила не возвращаться в ГДР. Ну, тогда все бежали. В 1982 году Вайденбах переехал вместе со своей дочерью в Тюрингию. Спустя 3 года было удовлетворено его прошение о постоянном выезде из ГДР. И в 1985 году он покинул Германскую Демократическую Республику, лишился гражданства и вместе с дочерью Клавдией уехал в Западный Берлин. Ну, видимо, не пожалел. Здесь он начал, конечно, путешествовать без ограничений. Некоторое время жил и работал в Италии, Испании, на юге Франции. Но в 93 году, когда Берлинская стена пала после объединения Германии, Дитер Вайденбах вернулся в Веймар, где художник живет до сих пор. Кстати, в 2001 году у него родилась вторая дочь, Агнес Софи Паола. Хочется отметить вот такую маленькую ремарочку. Я нашел в кафедральном Лютеранском соборе немецкого города Магдебурга состоялась выставка эротических картин берлинского художника Дитера Вайденбаха. Группа прихожан возмущалась. Мы не узнаем нашего прихода. Это скандал. По их настоянию пришлось убрать с выставки наиболее одиозные картины, демонстрирующие волосы на женском лобке. Вот то, что я вижу, то и зачитываю. Хотя мы не видим ничего предосудительного в показе этой части женского тела, но, учитывая протесты верующих, сняли подобные картины с экспозиции, сказал пастор Гизельхерс Кваст. Это резничий кафедрального собора. Но в свое время, конечно, Вайденбах сказал, что неужели обнаженная натура никоим образом не связана с религиозным контекстом. Ну вот, сказал, как говорится. Так вот, в музее Ирарта ретроспектива 50-летних отношений с русско-советским искусством. Выставка «Путешествие по театру мира» является итогом 50-летней творческой деятельности художника, который остро ощущает сопричастность движения истории, в том числе и в качестве актера мировой арены. Так написано. Кстати, он хотел построить карьеру художника в ГДР. Конечно, на творческое становление автора во многом повлияла русская культура и знакомство с коллекцией Эрмитажа. Понятно? Тогда было все закрыто, нельзя было никуда выезжать, можно только было в соцлагере как-то вращаться. Да и то, видимо, как и у них, когда он жил в ГДР, так и у нас, трудно было выехать. Примерно нам в ГДР, а у них, наверное, то же самое, трудно было выехать в СССР. Интересные картины, достаточно колоритные, как мне показалось. Я смотрю картины
просто как обыкновенный обыватель, я не могу их оценивать как критик. Ну, с другой стороны, каждый человек — это же критик. Я оцениваю под себя, мне они понравились. Как написано в анонсе, еще мировоззрение художника обращается к вечным темам жизни и смерти. Ну вот, я вам показал выставку Дитера Ван Баха. Действительно интересно. Интересный художник, интересная картина, как мне показалось. Вот и все. Кто досмотрит, тот досмотрит, кто не досмотрит, тот не досмотрит. Все, всем пока, всем привет, до свидания.